Звук. Света, ты что-то выключила? Нет, все идет. Просто посмотреть комментарии, есть ли звук или нет. Так, ребят, напишите, есть ли звук у нас в телеграм-канале. И прошу, кто у нас на Фейсбуке сейчас подключается, тоже будьте добры, укажите, есть ли звук в Фейсбуке. Сейчас всех подключим. No scans. Нету звука. Может быть, на самом деле, потому что микрофон. А сейчас... Что у нас сейчас со звуком? Фейсбук, что у нас со звуком сейчас? Идет звук? Пожалуйста, напишите звук. Вот сейчас я поставил микрофон, чтобы вы лучше слышали. Есть звук, да? То есть все. Принимаю это как последнюю версию. Звук есть. Телеграм-канал, что у нас там со звуком? Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Сейчас, секундочку, сейчас телеграм-канал подключим. Ну, ребята, что у нас со звуком? Напишите, пожалуйста, есть звук или нет звука? Должно идти. Так, так, смотрим. Нет звука, пишут. Все еще нету звука? Приветствую всех. Не, ну не переключает. Очень странно. Так, секунду, секунду. Сейчас мы пытаемся подключить телеграм-канал для того, чтобы сразу работать на два телефона, потому что очень многие из наших ребят не могут подключиться сегодня к Facebook, у кого заблокировали, у кого, к сожалению, аккаунт удален, но многие из нас сидят в телеграм-канале, поэтому это очень удобное средство, где мы можем общаться. Сейчас мы перезапустим еще раз канал. Так, смотрим, секундочку. Что теперь со звуком? Есть телеграм-канал? Все, отлично. Светлана, спасибо большое. Светлана на Фейсбуке тоже скажет всем спасибо. Сегодня будем работать на два телефона, будем работать на телеграм-канал и будем работать на Фейсбук, поэтому прошу никого не обижаться, кто сидит абсолютно на разных социальных сетях. Еще раз повторюсь, у меня не развилось косоглазие от политики, просто буду стараться говорить и в телеграм-канал, и в Фейсбук, для того, чтобы было всем абсолютно интересно, понятно, и чтобы все полностью сейчас представляли о том, куда развивается ситуация, в каком направлении мы движемся и что сегодня нас будет ожидать. Наверное, первая самая главная новость, которая сегодня, ну даже меня, человека, который в политике уже давно, много что видел, много что слышал, поразила в полный шок. ТВ-нет сегодня получили штраф 8,5 тысяч евро за то, что публиковали интервью со мной. Вы можете себе просто представить уникальную ситуацию в свободной европейской стране, в которой якобы демократия на первом месте. 8,5 тысяч евро за то, что они публикуют интервью с Алексеем Росликом, в котором он четко, абсолютно, без каких-либо цензур, говорит о том, что люди, которые не смогут оформить абсолютно все ВНЖ-документы, после 1 сентября будут депортированы из Латвии в другую страну, в Россию. Как назвать ситуацию, когда люди, которые не оформили документы, в принудительном порядке будут, скажем так, провождены на границу? Это депортация. Абсолютно откровенно. Итак, ТВ-нет сегодня получает 8,5 тысяч евро штрафа за то, что публикует это интервью. Где демократия? Где свобода слова? На сегодня у нас открывается Министерство правды. Так получается? Сегодня у нас будет список особенных слов, которые говорить вслух нельзя. То есть мы совершаем, по большому счету, правовое преступление по отношению к этим людям, но говорить об этом нельзя. Или называйте это как-то толерантно. Мы их провожаем в их, скажем так, страну, где бы они хотели находиться. Каким образом? Как можно обыграть ситуацию, в которой стариков беззащитных заставят покинуть территорию Латвии? И вот на сегодня абсолютно точно скажу, что мы с ТВ-нетом не находимся в дружеских отношениях. Но сегодня моя команда и я, мы решили абсолютно четко защитить их право. Свобода слова. Вы понимаете, что на самом деле журналисты, которые сейчас стараются публиковать мнения, взгляды и слова тех политиков, которые не сотрудничают с режимом Каринша, ну, я, во всяком случае, чувствую к ним абсолютное уважение. И считаю, что и вы должны чувствовать уважение к таким журналистам. Поэтому от меня лично ТВ-нету огромное спасибо за то, что они донесли мои мысли и слова до читателей. Я за себя извиняюсь, что мои слова привели к штрафу 8,5 тысяч евро. Что абсолютно ужасно. На парламенте этот вопрос мы поднимем. К министру культуры, который надзирает структуру, которая выписала этот штраф ТВ-нету, мы обратимся и заставим его прийти в парламент и отчитаться за это. Сегодня, кстати, опять-таки не пользуюсь, кстати, не очень хорошо отношусь к Венутебе и господину Ринкевичу, но сегодня даже он абсолютно откровенно заявил, что институции, которые надзирают работу ТВ-нета со штрафом 6,5 тысяч, 8,5 тысяч евро, абсолютно перестарались.
На сегодня абсолютно четко понятно, что определенные структуры начинают раскалывать общество. Абсолютно четко понятно, что преследуют за то, на каком языке ты говоришь. Но при этом считают, что их позиция правильная, а мы, люди, которые пытаются себя защитить, и политики, которые выступают против этого абсолютно четко и жестко, это означает преступники, о которых говорить нельзя. Поэтому мы 27 числа в эту субботу пойдем все к памятнику свободы и будем стоять за свои права. Мероприятие полностью согласовано, поэтому не стоит пугаться. Придите и просто поприсутствуйте. Покажите своим присутствием, что у нашей команды, у меня и у Айнера Шлессерса, команды, с которой мы организовываем этот митинг, есть мандат от людей выступать и говорить громко. Это безумно важно. На сегодняшний момент, на мой взгляд, это один из основных пунктов, которые нам необходимо понимать. Итак, переходим дальше, что, на мой взгляд, тоже безумно интересно. Выборы президента. На сегодня у нас есть два кандидата в президенты. Это Ринкевич, ну, не у всех пользуется, скажем так, популярностью, и Пиланс. Тоже не самый популярный политик и бывший предприниматель в Латвии. Но здесь необходимо понимать две простые вещи. Одна из них является центральной. Если Венотиба не сможет протащить своего президента, соответственно, Ринкевича, а будет Пиланс, то шансов, что Каринш уйдет в историю вместе с Левицем, огромное количество. В принципе, этот премьер-министр и руководитель правительства перестанет существовать, и это абсолютный факт. Этого мы на сегодняшний момент и добиваемся. Любое новое правительство и любой новый премьер-министр и новый состав министров для нашей страны гораздо лучшее решение, чем то, что происходит сейчас. Последнее, одно из самых, наверное, на мой взгляд, глупых и непродуманных решений, это ввести, так же, как в Америке, я допускаю, что господин Каринш оттуда несет все самые интересные решения, это ввести платную медицину. Там даже уже рассчитали, сколько каждому из нас будет стоить зайти просто к врачу. 130-140 евро в месяц. Абсолютно уникальная ситуация, не все люди себе могут это позволить. То есть, что-то с вами случится, скорая к вам даже не приедет. Или приедет, но за огромные деньги. Кто может себе это позволить? И сегодня это решение, которое проталкивает Каринш. Поэтому, если у Каринша не будет своего президента, вся абсолютно страна выиграет. Но здесь золотая карта или абсолютное решение у партии зеленых. Если партия зеленых сегодня выстоит и не проголосует за Венотибу, то все, время Каринша, время Венотибы и время падения нашей страны закончится моментально. Но здесь я на самом деле даже не могу понять, в чем сомнение. Ведь, предположим, того же самого Лемберга в тюрьму сажал Каринш и его правительство. Все санкции против него ввел Каринш и его правительство. Запретил ему, по сути, быть мэром города Вентспилса тоже Каринш и его правительство. Так каким образом можно идти и поддерживать этого человека и уступать ему в этой борьбе за место президента? Но здесь, опять-таки, в плюс, скажем так, всей этой ситуации нужно абсолютно откровенно говорить. Объединенный список, который выдвинул Пиланса, тоже абсолютно не ведет себя, как полагается, смело, безальтернативно. Дать людям возможность отвоевать свою свободу. Нет, они молчат. В этой ситуации, если бы объединенный список абсолютно откровенно сказал, что если мы выберем нового правильного президента от нас, то Каринш, как премьер-министр, долго уже удержаться не сможет. Поверьте мне. Поддержка, даже со стороны зеленых, была бы молниеносная и довольно-таки сильная. Поэтому зеленые, с одной стороны, сомневаются, обоснованно. Но с другой стороны, сомневаться в ситуации, когда тебе предлагают или поддержать человека, который уже 5 лет топит Латвию, или постараться что-то поменять, ну, скажем так, здесь это его выбор. Поэтому на сегодня я могу абсолютно четко сказать, что шансов и у Ринкевича, и у Пиланса абсолютно одинаковое количество. Нету такого, что мы можем с вами сегодня списывать выборы президента. И 27 числа в субботу, в эту, если вы придете на всенародный митинг памятнику свободы, вы просто покажете, что нас много и мы все хотим перемен. В этом суть. Еще раз обращаю ваше внимание, что митинг, он согласован. Вы ничего не нарушаете. Никаких абсолютно условий и правил. Приходите спокойно, свободно, с детьми. Это мирная акция, в которой наша задача показать, мы хотим перемен. То, что в стране на сегодня происходит, нас абсолютно не устраивает. Это наша с вами основная задача и основной посыл. Если мы сможем это с вами сделать в эту субботу, то шансов, что зеленые не сдадутся, а все-таки пойдут за людьми, огромное количество. Лемберг политик, и для него очень важно, чтобы люди дали свое одобрение на то, что он делает. Но во всяком случае, если он даже пойдет против мнения людей, чтобы они как можно быстро это забыли. Но если мы с вами придем на митинг, соберем полную площадь людей, то Лемберг точно поймет, что этот случай с выборами президента, с поддержкой Каринша забыт не будет. Абсолютно точно и однозначно будет понятно, люди не забудут и не простят, а соответственно, как результат,
рейтинги зеленых будут падать. Мы должны с вами использовать вот эти вот маленькие политические модели, потому что я еще раз убеждаю вас, у вас в руках огромная сила. Левиц не пошел на второй круг президентства только потому, что он понимал, насколько огромный негатив в народе против его персоны. Это очень важно. Я до этого говорил, что 11 человек, в данном случае наша фракция, которые не будут играть по правилам, будут выступать против этого режима, смогут поменять игру и стол на 99,9%. Он практически будет абсолютно новый и иной. И мы сейчас видим, президента выбрать не могут. Коалиция раскололась, отработав 5 месяцев. Кто-то еще какое-то время назад говорил, что вы можете, 11 человек. Сегодня, на данный момент, благодаря грамотной, четкой и слаженной работе оппозиции, коалиция раскололась, они не могут договориться о президенте. На данный момент национальное объединение шатается, явно Венуат ибо шатается, объединенный список не может понять, как себя сконтролировать. Все, сейчас началось падение правительства, и это абсолютный факт. Потому что нету той предыдущей сговорчивой оппозиции, которая абсолютно на все готова, с которой можно обо всем договориться, которая своим тихим согласием даст поддержку в любом вопросе. Самое главное, правильно и вовремя глазом подмигнуть. И все будет происходить. Поэтому на сегодняшний момент 11 человек меняют работу парламента. И мы четко понимаем, что наша дальнейшая безальтернативная работа и движение вперед, и ваша поддержка принесут свой результат. Что вам стоит в эту субботу в 3 часа дня, прекрасный день, будет сухая погода, прийти в центр, прогуляться, встать рядом с нами, плечо к плечу и своей массой показать, мы хотим перемен в этой стране. Абсолютно, абсолютно законная акция. Никакого насилия, никаких призывов, но прийти и показать, что люди хотят перемен и люди к ним готовы. Поймите, на сегодня в парламенте есть уникальный момент. Есть действительно живая оппозиция. Есть реальные две партии, которые идут к переменам, не соглашаясь ни на какие подковерные договоры. И это важно. 11 человек – это сила. 20 человек, сколько сейчас нас насчитывает настоящая оппозиция, это непобедимое количество. Они без нас все равно свои вопросы двигать вперед не могут. Мы им навстречу не идем. Поэтому в эту субботу это будет огромное мероприятие. Приходите, не проигнорируйте его. Я еще раз вас очень прошу. С 3 до 5 провести время в центре рядом с нами – это самое меньшее, что на сегодня я могу просить у вас на конец этой недели. Это самое простое, но это даст мне большую энергию, большой потенциал. Это даст возможность моей команде сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Какое количество людей на сегодняшний момент попали даже под эти ВНЖ законы? Друзья, я понимаю, не всем это актуально, но это больше 25 тысяч людей. С утра до вечера здесь, в этом центре, вот я сейчас в его стенах нахожусь, мы с ними работаем. Посмотрите, составляем для них полностью все документы, все анкеты. Мы даже в конверты им все это запаковываем, потому что приходят пенсионеры, для которых это сложно. Это адекватное решение? Это правильное решение по отношению к людям? Нет. Мы в день по всей Латвии помогаем. В среднем, мы считали, 65-70 человек оформляют у нас документы. Это огромное количество. Но кто-то даже в этой ситуации пытается на стариках делать деньги. Определенные партии берут за это деньги. 380 евро со старика за оформление анкеты. Ну, вы понимаете, насколько на самом деле этим людям тяжело. У них одна единственная надежда – это мы с вами. Поэтому в эту субботу мы выходим не только за ВНЖ. Вас устраивает, что у нас с вами забирают наше электричество и продают нам его с вами? Ну, нет. Вас устраивают цены в магазинах, вас устраивают закрытые школы, вас устраивает отсутствие нормального человеческого образования, вас устраивает все, что сейчас происходит у нас в медицине и в остальных вопросах? Конечно, нет. Поэтому на сегодня для нас с вами единственный выход – против этого всего беспредела, воспользоваться уникальной ситуацией, в которой есть я, есть команда Айнера. 20 человек в парламенте, которым все, что нужно, это ваша прямая поддержка. Это ваша прямая поддержка, это видеть ваши глаза, это чтобы вы стояли рядом с нами в эту субботу, чтобы вы просто нам помогли и поддержали. Все, мы больше не просим ничего. Основной огонь, удар этой всей ситуации, пробивать эту всю стену будем мы, своими головами, своими руками. Нам просто важно понимать, что вы сзади стоите, что вы стоите за нами. И в случае чего вы нас поддержите, будем падать, вы нас в спину поддержите обратно. Это важно, мы на это сегодня готовы. Мы четко понимаем, обговорив в рамках наших команд все полностью риски, полностью всю ситуацию, которая происходит, мы четко понимаем, что мы готовы на это идти. Любая цена на сегодня для нас приемлема. Любая. Не без ограничений. Все, что необходимо, поднять вас. Получить вашу поддержку. Поэтому придете в эту субботу, будете стоять рядом с нами. Еще раз говорю, ничего не бойтесь. Ни в коем случае не будет происходить ничего противозаконного. Данная акция согласована и с Рижской думой. Данная акция согласована со специальными структурами. Мы в рамках закона
покажем в демократическом обществе, что мы хотим этих перемен, и другого варианта быть не может. Сегодня ту уникальную ситуацию, которая сложилась в парламенте, мы с вами не имеем права не использовать. 20 человек, которые преданы вам, 20 человек, которые готовы ради вас расшибиться, поддержите. Не дайте даже мне и моей команде расстроиться в ситуации, когда мы прошли, получили возможность к переменам, но поддержки людей нет, она иссякла. Я понимаю солнце, я понимаю шашлыки, я понимаю пляж, я понимаю, сейчас на данный момент хочется отдыхать. Но сделаем этот маленький рывочек. Он многого не просит. Расскажем об этом соседу, напишем сегодня в WhatsApp, отправим в Телеграме, в WhatsApp, в Фейсбуке у себя друзьям, знакомым напишем. Ну просто сделаем это маленькое движение. Приди, постой рядом и просто поддержи. А эти ребята, которые будут на сцене, сделают все абсолютно сами. Это безумно важно. Сегодня, на данный момент, когда в стране невозможно выбрать даже президента, и новое единство грязно таскает все партии по углам и пытается с ними договориться, кого за сколько купить, этому беспределу пора ставить точку. Не использовав такие моменты, мы не добьемся результата. Вы понимаете прекрасно, что Каринч стал премьером только потому, что его номинировал Левиц. Левиц его президент. Теперь логическое мышление, если у Каринша будет еще один свой президент, какой результат? Мы завтра с вами можем начать собирать подписи за распуск правительства. Соберем, его распустят. Но президент, который будет Каринша, он заново номинирует Каринша стать премьер-министром страны. Это замкнутый круг, по которому мы с вами будем бегать бесконечно. Президент в данной ситуации является ключом. Президент в данной ситуации является главным и основным решением к тому, чтобы Каринш ушел навсегда в историю. Кого будем потом призывать к ответственности по закону, это уже другой разговор. Но на сегодня наши действия должны быть равны. Мы готовы бороться, вы готовы нас поддержать, равно 27 числа и результат, равны все наши движения, синхронно и сложено. Другого варианта у нас с вами попросту нет. Сегодня, еще раз повторюсь, у нас есть уникальная возможность к переменам. Не используем их, другого варианта уже у нас с вами не будет. Поэтому я жду вас всех, я надеюсь, что вы откликнетесь, я надеюсь, что вы поддержите и будете рядом с нами. Потому что на сегодняшний момент, если уже штрафуют за слово «депортация», ну вы меня простите. 8,5 тысяч евро за то, что ты сказал, что людей с ВНЖ депортируют, это перебор. Что дальше? Ходить в неправильные места запретят? Дышать запретят? Сейчас, на сегодняшний момент, начинается полный тоталитаризм, с которым необходимо, если сейчас мы не поборемся, то потом будет поздно, и бежать будет абсолютно некуда. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку, я очень надеюсь, что вы все будете присутствовать 27 числа в эту субботу. Все будете рядом с нами за эту борьбу. Она принесет нам результат. За это я вам могу поручаться. Хорошо, спасибо вам всем огромное. Если есть какие-то вопросы? Так, место. Памятник свободы. Бривибас Пемниклес. 27.05 в 15.00. Значит, это суббота. В 3 часа дня памятник свободы. Встречаемся все там. Еще вопросы? Ну все, ребят, я смотрю, что, наверное, я максимально донес все информации. Еще раз, безумно надеюсь, что заговорил с вами, заговорил с вашими сердцами, заговорил с душой, заговорил через свои глаза, через слова, заговорил, как постарался. Я сделал это на самом деле абсолютно искренне от души. Я в эту субботу буду точно так же со сцены просить вашей поддержки. Будьте рядом, пожалуйста. Будьте рядом, поддерживайте и помогайте. Тогда нету ничего невозможного для нас. Еще вопросы? Ну, прекрасно, все. Спасибо, спасибо большое, Светлана, за то, что сзади подсказывает. Ребят, спасибо вам огромное. Простите, если чересчур эмоционально, но на самом деле сегодня здесь только те люди, которые идут от сердца, только те люди, которые принимают все решения душой, добьются результата. Поэтому я просто прошу вас, если мы объединились, давайте не дадим возможности разорвать этот круг. Тогда будет результат. Спасибо вам всем большое. Спасибо.